В этом году акция «Здоровый город» включает в себя 4 блока. Первый – мой выбор – жить с позитивом. Подростки смогли пообщаться с психологом, психотерапевтом, наркологом, эндокринологом и гинекологом, пройти различные диагностические исследования. Блок «Правильная осанка – залог успеха» помог найти ответы на многие вопросы ребятам, которые имеют сколиоз. Секция «Школьное питание, здоровое и рациональное» вызвала не меньший интерес. Выставку-дегустацию продуктов организовали ведущие предприятия города. Для взрослого населения были организованы консультации кардиолога, невролога, терапевта и офтальмолога. Доступны диагностические исследования. Каждый год мы стараемся разнообразить это мероприятие. В тот или иной год оно больше посвящено тому или иному направлению. Вообще в городе реализуется 12 профилактических проектов. И сегодня мы собрали, скажем, все лучшее из этих проектов и представили их на сегодняшнем мероприятии. Ежегодно проверить здоровье приходят до 1000 брещан, не только жители микрорайона Ковалева. В этом году акция прошла с участием представителей детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси, депутатов Национального собрания, областного и городского совета и молодежного парламента. После знакомства с механизмом акции гости приняли участие в парламентских слушаниях. Говорили о том, как удалось сделать здоровый образ жизни модным трендом и что делать, чтобы приумножить этот опыт. Придать вот этой акции такое народное звучание. Пропаганда здорового образа жизни и еще очень важную одну цель мы преследуем. Это, конечно же, содействие целям устойчивого развития, которые были определены на Ассамблее ООН в 2015 году. Акцент на важность подростков, важность детей и здоровья. И, конечно, такие мероприятия, как сейчас, это очень важно для всех. И родителей, и сам подростков, детей, и люди по пожилые возрасте, что они понимают, что здоровье очень важно. Кто-то здоровье пробует на вкус, а кто-то уверенно к нему бежит. В ходе акции были организованы спортивные мероприятия на свежем воздухе. Мини-футбол, перетягивание каната, армрестлинг, прыжки через скакалку и поднятие гири. Впрочем, акцию так и хочется назвать праздником здоровья. Привить любовь к правильному питанию и спорту – цель дня. За 5 лет реализации проект выдает реальные результаты. Больше горожан стали вести активный образ жизни, количество курящих и злоупотребляющих алкоголем снизилось, а загрузка спортзалов увеличилась. Я не первый раз, значит, на этой акции. Мне очень нравится и организация, и прием, и все анализы сделаешь, знаешь себе, что и как, и почему. Очень прекрасная акция, нам очень все понравилось, очень все грамотные специалисты, медики. Мы с подружками сюда пришли, все хорошо, все попробовали, все очень вкусно, все интересно. А ты как считаешь? Очень классно. Приходите, попробуйте. Все классно. Виктория Нечаева, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.